Итак, я собрала вас здесь для того, чтобы сообщить следующее. Сегодня в ресторане «Вечный зов» в 7 часов вечера нас ожидает секретная операция. Противник хитер, коварен и при деньгах. Поэтому на выполнение данной операции со мной пойдет только самый проверенный, самый откровенный, самый вот тут вот приталенный и вот тут вот приподнимающий боевой товарищ, который не подведет меня, как некоторые. Ах, ресторан «Анджела», банкир 1,90 м, и который не выдаст врагу секретную информацию о вот этом вот и вот этом вот, что стыдно, стыдно, покраснело. Наряд вне очереди. Завтра буду мыть в тебе полы. Сразу хочу сообщить, что противник силен и напорист. Поэтому кто-то может вернуться с этого задания порванным. Или не вернуться совсем. Итак, есть среди вас добровольцы, а? Или здесь собрались только шкафные крысы? Новобранцы? Нет, нет, нет. Сегодня в бой идут одни старики. Тот, кто проверен выпускным, Светкиным девичником, самой Светкой и новогодним корпоративом. Помни, я надеюсь на тебя, сиреневенькая. Товарищ главнокомандующий, если данная операция пройдет успешно, то будьте готовы вступить в бой и нанести решающий удар. С Богом!